большого успеха, дорогие дамы и господа. Ну что ж, Сандубаев Виктор вырывается вновь опять же вперед. Этого парня не должны тогда. Должна остаться победа. Должна остаться победа. На силу лета русской нашей земле на городе Чебоксары. Ну что ж, дорогие дамы и господа, по итогам этого старта, друзья, на первой позиции сейчас наш пилот, представитель города Чебоксара, Сандубаев Виктор на автомобиле белого цвета ВАЗ-2108. На второй позиции представитель города Мурманска, Савиков Алексей. На третьей позиции автомобиль Влада Калина, Калинин Владимир, представитель республики Мариэл. На четвертой позиции также представитель города Чебоксары Ременцев Евгений и на пятой.